Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов вручил президенту телевизионного творческого объединения «АМИК» и Международного союза КВН Александру Маслякову орден за заслуги перед Республикой Дагестан. Мероприятие прошло в Москве, где руководитель региона, находясь в рабочей поездке, посетил молодежный центр «Планета КВН». Глава республики отметил, что КВН в сложные для Дагестана годы стал единственным живым источником позитивной молодежной энергетики и рупором, который через юмор все же показывал положительную сторону Дагестана. В свою очередь, бессменный ведущий популярной телевизионной игры рассказал о том, что именно в Дагестане, одной из первых республик на Северном Кавказе, КВН начал развиваться так широко. Таким живым источником молодежной энергетики, позитивной, фактически была одна организация, это КВН. Кстати, вот в Дагестане как раз одно из первых так широко началось это движение. Ну, с нашей помощью, не без нашей помощи, дело не в этом. И это приятно было тогда, потому что какой-то такой очаг был. Светлый луч. Да, светлый луч, и приятно, да. Что это для республики. И нам классно, что из кавказских республик, вот Дагестан как-то где-то в первых рядах.